какой ты несешь, что ли? Пойду ополоснусь, пожалуй. Как думаешь, сколько битков у мусора? А я знаю. Ромыч вернется. А что? Я просто думаю, зря мы его так. Это не он обманывал, а его чужак облапошил. Тому же, ему увы как легко. Только его и не за обман, а за глупость. Нельзя же так на посту уши развешивать. Хорошо, этот чужак просто ушел. А другой какой, ты зарезать его дурака можешь. Вот бы так. А куда чужак подчинился? Помечок говорил, это все. Ну что, Петер, вы не будете? Пришел, что да, Гена? Давай, пиши. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Не трусить. Своих защищать. Девчонок не обижать. Я знаю. Шел бы трудиться, а тут просто время даром теряешь. Я свою смену отстоял. У меня свободное время теперь. Как хочу, так и трачу. Свободное время для отдыха, а ты вон как надрываешься. Охрипнешь скоро. А тебе какое дело? Да мне-то никакого. И чё теперь, блин? Оба под ключ. Не, ну ты сам, бля, попробуй! Реально же напряг! Да я сразу говорил, кончать их не хочется, все равно... Ты бы повисел на столбе ихнем, когда волки ноги отжирают. Небось, по-другому бы заговорил. Чё там все вроде на земле? Может, они тебе что-то другое отъели? Не мне, а пацанам нашим! Ща отдохну и продолжу с этими упорами. Сколько там у него пальцев осталось?
Зверена. Ох ты. И хрена мы тут забыли. Один, сука, стрёмный уродина. Сука, стрёмно как! Гробой видал такие, бля, темы!
Смотри. Бля, место, сука, хлебалом не пощелкать, в раз зажмуришься.